Я вас приветствую, друзья, с вами и спикер, и наступает новый день в Форесте. И сегодня, как всегда, будем смотреть новые постройки The Forest'а. Самые обалденные замки и, конечно же, интересные. Мы находимся возле яхты, аборигены где-то кричат, и мы приближаемся к новой постройке. А друзей, знакомых, подписчиков и, конечно же, в принципе, интересная постройка. Масштабная, много дерева, там есть камень. И сразу замечаю, друзья, с правой стороны какая-то у нас... Словно какой-то маяк стоит. Мы чуть позже к нему, конечно, подойдем, подлетим и посмотрим, что это за маяк. Интересно, достроен он или нет. Но он прорисовывается только макушка его. Дальше я не вижу. Жалко, нет бинокля и не сможем посмотреть. Новый день наступает, скоро солнце будет в зените, и мы будем смотреть эту постройку во всей красе. Но, в принципе, неплохо. Вижу какой-то балкончик такой. Миниатюрный двухэтажный домик, сразу заходим, и сразу у нас какие-то... Ну, черт, напугал, как меня. Сапог сразу мне в зубы. Тут у нас есть растения. Кстати, очень даже интересный дизайн. Получается, окошко и растения. Хотя нужно сделать это растение с другой стороны. Тогда намного будет симпатичнее. Но в доме тоже смотрится довольно симпатично. У нас тут есть, походу, виды оружия. Да, можно дело забрать. Интересно, много черепков, слишком много черепков здесь. И пройдем, наверное, первый этаж. Потом попадем на второй и посмотрим. Тут у нас есть. У нас есть покушать. У нас есть покушать. Интересно, вот это для чего сделано? Это, видимо, для стрел. Нет, для костей. Это для костей. Это тоже, видимо, для костей сделано. И все как-то компактно и вместе. Тут у нас есть шкурки. Реально, очень компактно. Есть и окошко, но вид, конечно, не очень. Ну, на море видно. Море, зелень мы тоже видим. Тут у нас обеденная зона. Есть, конечно, припасы, деревяшки. Есть большой... Ух ты, интересно сделан. Это у нас сделан камин. Как-то прям в стене, что ли. И можно, конечно, его разжечь. Это получается двойной каменчик. И нужно поджигать именно двойной костерчик. То есть прикольно сделано. Такого, конечно, я еще не видел. Он встроен просто в стенку. Обалдеть. Дизайнер реально прикольный, чувак. Мне нравится такой ход и кабанчик сверху. Даже по центру сделано, обалдеть. Такой вроде и небольшой, и не маленький, и симпатично смотрится. Мне нравится. Обеденная зона, можно попить. Попили, сели, покушали. Там у нас есть, конечно же, обеденная зона. Тут, то есть, можно взять травки, таблетки. Покушали. И у нас, конечно, шоколадки и газировка. В принципе, найс. Ну, симпатично. У нас там есть какой-то огородик. Выйдем на улицу чуть погодя. У нас есть тут еще, интересно, первый этаж, походу, и все. И поднимаемся сразу на второй этаж. Тут у нас тоже есть какие-то растения. Можно посадить, выращивать и поднимаясь на второй. Тут уже используем, конечно, камень уже помощнее. Второй этаж у нас, интересно, для чего? Я даже не понимаю, для чего это нужно. Интересно, вот это для чего нужно? Какой-то подъемчик, и тут подняться невозможно. Это, видимо, такая лежанка. Можно залезть, полежать там. И тут у нас вид уже маленько покрасивее выходит. Но не очень. Вот отсюда, в принципе, симпатично смотрится. Вижу, сапог торчит в голове. И интересно, так, можно попить. Попили, можно присесть и посмотреть. Но я даже не понимаю, для чего это комната. Это, наверное, комната пыток. Обалдеть. Комната пыток в The Forest'е. Мы входим. Ох ты май гад, сколько здесь сразу у нас. Это, видимо, комната у нас получается охоты. Охотника. Сколько здесь голов можно поспать? Это у нас спальня получается. Слишком много шкурок. Тут реально какой-то охотник. Ух, как куку. Смотрится, конечно, потрясающе. И, конечно, потрясающий вид на... The Forest мне нравится. В принципе, симпатично, но ничего такого сильно глобального я пока что не увидел. Есть костерчик, можно его разжечь и, конечно, тут пожарить мяско. Есть стол, перекусить, так подел, шкурку ободрал, повесил головку сюда. Нормально. Идем дальше, понятно. Это у нас, походу, домик охотника. Мы идем дальше, у нас всего лишь одна дверь. И тут у нас открывается потрясающий вид. Ну, в принципе, неплохо смотрится. Есть свет, и кое-где есть просвет. Много окошек, и тут сразу дерево в доме. Обалдеть. Дизайнер реально просто четверку с плюсом я ставлю. Много окошек, и много вот таких можно посадить растений. Горшочков, можно сказать. Есть лестница наверх, и можно еще выйти, кстати, наверное, во дворик. Так у нас нет прохода. Выйдем во дворик, и там у нас есть причал. Обалдеть! Вот что нужно The Forest'е было, сделать причал. Чуть погодя, конечно, мы отправимся к причалу и поедем к тому маяку, друзья. Обязательно. Мы посмотрим, что за дворик. Есть, конечно, лавочка. Кстати, место обалденно прикольно сделано. Там у нас, по идее, везде стоит забор, и аборигены сюда не пройдут. То есть это наше чисто укромное место. Это шикардосик, реально. Это реально прикольно сделано. И что у нас? Можно посадить растения.
растения кое-какие мы уже посадили. И также у нас тут есть тоже растения. Мы открываем ворота, чтобы могли заехать, наверное, карета. Карета заезжает с припасами, наверное, с убитыми животными, и тогда уже разделом и суем, конечно, их на стенку. Ну что, мы идем дальше. Это у нас получается типа огородиком. У нас только один вход и один выход получается, и тут можно посидеть. Ох, май га, ох ты да. Прекрасный пейзаж, просто сидим и наблюдаем, когда приедет пароход The Forest, и мы уедем с этого острова. Но уезжать мы отсюда, конечно, не собираемся. Мы продолжаем строить и смотреть новые постройки. Что у нас тут интересно еще есть? Конечно, ландшафт не очень, потому что он слишком скалистый и слишком у нас какой-то ту вниз, ту вверх. У нас есть скамейка, на которую можно присесть. А вон там, походу, у нас стоит аборигешка. Нормально. Улегся так, чувак. Ну-ка, секундочку. У нас есть, по идее, да, лук, стрелы есть. И можно, по идее, его, наверное, сагриться. А у нас нет стрел. Черт возьми, я хотел его, по идее, убить. Ну, так прикольно стоит. У нас там тоже есть заборчик, и там тоже аборигены не пройдут. Он бегает просто. Пускай убегает, а мы сможем просто сидеть и наблюдать за этим. Потрясающе. Яхта на месте, все на месте, и пойдем дальше смотреть. У нас еще есть один вход, который можно тоже открыть, и тоже можно завести сюда, видимо, дровишки. Завез дровишки, закрыл двери и строишь дальше. Есть еще что здесь построить, потому что место тут еще есть. Хорошо, мы идем дальше. У нас тут есть сушилка, есть каменчик, и мы, наверное, возвращаемся домой. Потому что это выход, нам нужно проверить еще второй этаж. У нас тут есть еще подъем с двух сторон, и подниматься, интересно, с какой стороны лучше всего. Это еще выше. Нет, наверное, подниматься будем вот отсюда и посмотрим, куда эта дверь ведет. Открываем дверь, и что у нас тут? Интересно, это какая-то крыша получается. Получается, есть крыша, у нас еще не достроено кое-что, или достроено, нет, видимо, нужно достроить. Хорошо, разработчик сам построит, у нас тут есть припасы какие-то, и тоже есть выход на балкончик, если не ошибаюсь. Там у нас был балкончик на втором этаже, да, тот самый балкон, и как раз там есть еще один балкон, обалдеть, сколько балконов, и вид отсюда, конечно, более-менее потрясающий. Можно, конечно, тут... Это у нас стрелы, ох май га, это реально прикольно придумано. То есть взял стрелы, взял лук и отстреливаешь аборигешек. Довольно прикольно. Кстати, можно, друзья, это именно сейчас и замутить. Ну хорошо, не будем смотреть, у нас сегодня обзорчик постройки, так что есть и катапульты, обалдеть, это реально нонсенс. Берем катапульты, это что у нас, динамит? Это у нас динамит, может, конечно, и респавнить мутантов и просто отстреливать оттуда уже с помощью динамита. Ну-ка, хочу посмотреть. Да, рвануло. Интересно, а как он далеко у нас умеет отстреливать? Ну-ка, на максимальное расстояние. Он просто взорвался в воздухе, даже не долетел. Хорошо, это у нас крыша и какие-то есть еще дороги. Дороги, двери. И дверь у нас куда-то ведет. Ох, май га, как испугался. Это у нас тут катана, и, видимо, у нас оружейная. Вооружился до зубов и отправился на охоту. Как всегда, у нас головешки на стенах, и можно, конечно, и одеть броню. Да, друг мой, можно одеть броню и отправиться уже просто покорять The Forest. Тут у нас какой-то обрыв, конечно, можно было сделать какую-то, наверное, период. Нужно было сделать такой период, чтобы можно было не упасть. Ну что, мы посмотрели эту крышу, мы нужно... Пошел дождик, и как раз сейчас поплывем на другой остров. Это у нас второй этаж, у нас тоже есть какая-то дверь, что ли? Это у нас дверь в какую-то потайную комнату. Здесь можно поспать, посесть, перекусить, выйти так, вооружиться и пойти покорять The Forest. Хорошо, мы отсюда выходим и отправляемся еще выше. Куда-то на крышу. По идее, мы уже были на крыше, нужно подниматься еще выше. Разработчик нам говорит подняться еще выше. Хорошо, поднимаемся выше, выше дерева. Аборигены кричат. И что у нас там есть? У нас там смотровая площадка, видимо, уже с ограждением. Ох ты да, тут словно какой-то сделан маяк. В принципе, прикольно смотрится. И, конечно, вид отсюда более потрясающий. Мы практически выше деревьев. Это реально шикардосик. Можно попить водичку, можно разжечь костерчик большой. И издалека будет, кстати, очень хорошо видно, что, в принципе, и нужно. Другие игроки тебя нашли, смогли подойти к твоему домику, обогреться, конечно, поесть, все украсть. У нас есть еще какие-то бревна, не знаю, для чего они здесь нужны. И, наверное, отправляемся, друзья, на пристань. И отправляемся вон на тот островок. Сейчас посмотрим, что это за маяк и с чем его интересно смотреть. Тут можно, наверное, по идее спрыгнуть. Да, можно, по идее, спрыгнуть и, конечно, сократить путь. Интересно, а есть у нас проходик? Да, у нас есть какая-то специальная лестница, по которой можно безопасно спуститься к нашему причалу. В принципе, нонсенс сделано.
Скалистая местность и прикольно сделано, друзья. Так, мы спускаемся. И да, до конца спускаться можно без проблем. Причал сделан очень клево. Такие бревна торчат. И, конечно же, есть у нас два вида лодки. Либо, можно сказать, домика. Домик есть и обычно. Ну-ка, сейчас садимся, наверное, маленький. Так, берем за весло и поплыли. А, это у нас большой такой, что ли? Обновили форест. Я даже его на нем не катался, что ли? Это дом у нас, походу, на воде. Я даже реально на нем ни разу не катался. Мы подплываем к новому постройке. Интересно, что это за маяк и насколько он большой. Либо просто сделана постройка в воздухе. Ох ты, нет, там реально есть маяк, он прорисовывается, обалдеть, какой он высокий, с ума сойти. Интересно, а есть что-нибудь интересное тут еще на этом карте? Так, мы доплывем, конечно, тоже, по идее, должен быть причал, но это реально большой маяк, и издалека его видно. Что-то вижу справа, какая-то горка. Сейчас поплывем поближе и посмотрим. Да, кажется, вижу причал, есть мой куда причалить, конечно же, посмотреть эту постройку. Даже если там нет лестниц, мы сможем подняться на нее без проблем с помощью читов и сможем посмотреть эту постройку. Довольно высокая, там, наверное, просто стоит костерчик, им просто разжигается и видно издалека этот маяк. Есть причал, прикольно сделано, такого я еще не видел, и мне, в принципе, нравится. Так, все, бросаем весло, мы приплыли, просто идеально подплыли, у нас тут есть причал, о май га. Черт, кажется, свалился. Просто от шока свалился в воду. И у нас здесь большая постройка, словно в небеса уходит. Интересно, как на нее подняться, у нас инструкции, походу, нет, друзья. Много-много. Ох, нет, веревки есть, друзья. Можно без щитов забраться наверх. В принципе, круто сделано. Ну, долго, конечно, это делать. Ну, конечно, с помощью щитов не очень долго это делается. И, наверное, 100 пудов это с помощью щитов. Потому что было нужно строить выше и выше. А будем подниматься. Тут нужно сделать, наверное, прыжок. Да, нужно сделать прыжок и нажать Е. Тогда хватаемся за веревку и поднимаемся еще выше. Там реально высоко. Там страшно высоко. И можно увидеть весь форест, как на ладони. Так, можно еще выше подняться? Да, нажимаем Е, прыжок и поднимаемся еще выше. А падать тут придется, конечно, просто в воду. Надеюсь, водичка находится очень рядом, чтобы можно было, конечно, попасть в воду. О, как уже высоко, я уже боюсь еще подниматься столько же. Друг мой, поднимаемся выше, надеюсь, я потом не разобьюсь, когда буду падать вниз. Спускаться, а мой, по идее, можно было спускаться, наверное, с помощью канатной веревки. Кстати, довольно прикольно. Нужно разработчику посоветовать и сделать канатный спуск прям к его дому. То есть от маяка и можно спуститься. Ох, май га. Тут довольно, конечно, туманно, но, в принципе, вижу постройку у нас на острове. Так что можно подниматься еще выше и посмотреть, насколько там высоко. Так, еще походу парочку веревочек, и мы позабрались на самый верх. И там нас ждет принцесса. Как и всегда у нас в каком-то замке нас ждет принцесса. Мы уже куда-то в постройку влезли. Так, хватаемся за веревку и сквозь уже деревяшки залазим наверх. Есть еще одна веревочка. Так, это было справа. Нет, мы забрались к маяку, друзья. Хо-хо-хо, обалдеть. Можно, по идее, его уже зажечь. Ну-ка, давай-ка зажгем. Давай зажгем и посмотрим, как он будет смотреться издалека. Так, побольше-ка... Побольше денег бросаем туда, чтобы он был ярче. Ох, май га, какая тут высота, обалдеть, горы как на ладони. Тут, конечно, очень мало места, где можно было, конечно, пройтись, посмотреть, что у нас тут. Ну, тут, в принципе, ограждение, и все. Это зажигается у нас маяк, и видно его сдалека. И также видно радугу. Ох, май га, какая большая радуга. Раньше такой радуги, вроде бы, не было. В форесте она была гораздо меньше. Жесть, тут реально страшно. И падать отсюда, конечно, будет очень страшно. Я, кажется, вижу свою тень. Или тень просто постройки. Нет, вижу тень свою, я прыгаю и вижу тень. Довольно прикольно. Хорошо, друзья, мы посмотрели эту постройку. Оценить, конечно, в комментариях эту постройку я тоже оценил уже. Увидимся в других роликах. Спасибо, кто смотрел. И до новых встреч. Всем пока.